Работники завода Петрозаводск МАШ по сложившейся традиции поздравили ветеранов производства с наступающим Новым годом. К сожалению, из-за пандемии не удалось собрать всех вместе, поэтому волонтеры развозили новогодние подарки по квартирам. Госкорпорация присоединилась к общероссийской акции «Мы вместе». Это акция именно волонтерская, которая направлена на то, чтобы помогать людям, престарелым людям, ветеранам, ветеранам войны, ветеранам труда, тем, кто, в общем-то, имеет определенные трудности при выходе из дома. В этом году планируется поздравить около 250 ветеранов, тех, кто практически всю свою жизнь отдали работе на заводе. Сейчас акция направлена на том, чтобы их поздравить с новогодними праздниками, о том, чтобы им оказать посильную помощь, ту, которую мы можем. Это продуктовые наборы, это пироги. Для каждого ветерана, чтобы они попили чай, вспомнили молодость, как она проходила на заводе. В общем-то, с ними эту связь дальше продолжать поддерживать. Это не единичный случай. В течение года руководство завода, Союз ветеранов и представители Союза машиностроителей устраивали для ветеранов различные акции, чтобы помочь в это непростое время. Мы весной ветеранам формировали пакеты из СИЗОВ. Наши волонтеры развозили. Мы на 9 мая делали акцию для ветеранов и участников Великой Отечественной войны. То же самое, там были и денежная, материальная помощь, и плюс продуктовые пакеты. И, конечно же, все надеются, что скоро пандемия закончится, ограничения снимут, и они вновь соберутся в дружеской компании за столом, как это было в предыдущие годы.